Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Запись пошла. Так, это шпионская запись. Шпионская запись идет в дело. Да, потому что не догадался. Вот так вот. Посмотрите просто в наш сад. Это вот так вот красиво. Я хочу вам показать именно где и что-то тут мы будем снимать, как делаем саженцы. Ну, как копаем саженцы. Я пошла снимать. Смотрите, наши деревья шикарные. Я вроде помню этот сорт, но забыл немножко. Так, мы уже подходим к цели. Посмотрите только. Вот такие вот плоды у нас забирают. Посмотрите, я вот сейчас их не подойду. Посмотрите на вот эту вот, это груша. Вот эту вот грушу. Сейчас я, наверное, буду дегустировать. А? Какая вкусная груша. Я в шоке просто. Я не знаю, это, наверное, самая груша, я не знаю, лучше. Но есть еще крутые, но я хочу вам показать, как они выкапывают, то есть шпионскую запись. Я не знаю, куда они пошли. Вроде они пошли туда, в питомник. Ну, это и есть питомник. Просто сейчас сделаю вид, что ничего не съем. Я с аппаратом. Оператор. Оператор.